Сегодня мы демонстрировали наблюдательному совету работу системы САП на Северном ГОКе, продемонстрировали ряд модулей, связанных с отгрузкой, учетом производства, качества, модуль ремонты и обсудили перспективы развития системы, какие функции нужно было бы добавить и как развивать систему в дальнейшем. Основные комментарии были связаны с необходимостью добавить контрольные отчеты, некая система светофоров, которая позволяла бы менеджменту своевременно увидеть отклонения от запланированных графиков поставок, обеспечения, ну и, соответственно, подготовки ремонта. Ну, конечно, пилотным предприятиям сложнее всех запуск новой системы. И, конечно, есть еще области, в которых систему надо развивать. Результатами внедрения наблюдательный совет удовлетворен, но хотел бы, естественно, получить больше пользы от внедренной системы именно в части оперативного управления производством, ремонтами и так далее. Сегодня, в преддверии такого праздника, всемирного праздника Дня Учителя, мы специально собрали всех наставников, всех преподавателей, всех инструкторов и тренеров для того, чтобы поздравить таким профессиональным праздником и пожелать им развития, чтобы сами развивались и развивали и обучали наш персонал. Вы даете не только свое знание, свой опыт, свой профессионализм. В каждого своего ученика вы вкладываете частичку своей души. Умение учить, оно как умение любить. Оно дается свыше. Это умение отдать и от этого получить удовлетворение и радость. Мы повышаем квалификацию, обучаем от рабочего до генерального директора. К нам приходят люди, которые уже устоявшиеся, имеют свои точки зрения, имеют свой опыт работы. Каждый из них уже личность. И я думаю, что на нашем предприятии мы эти все факторы учитываем и успешно обучаем и развиваем наш персонал на благо развития нашего комбината, нашей компании, нашей Украины. На комбинате очень много внимания уделяется вопросам гражданской защиты, как рабочего персонала, так непосредственно и территории комбината в том числе. Это свидетельствует о том, что на комбинате созданы много служб цивильного защиты согласно требованиям Кодекса гражданской защиты Украины. Вот. Второе, о том, что они организованы взаимодействие с непосредственно Тернавским исполкомом, которым и службами гражданской защиты, которые у них имеются на вооружении. Началась отработка с северной части у нас, с Терновского района, с Северного горно-обогатительного комбината. Как раз вот мы с вами находимся в месте, где в Терновском районе у нас будет командный пункт. Я поставил задачу о том, чтобы мы отработали все службы и всех районов. Это одна из масштабных возможных аварий, которая может случиться в цехе ТВШХ Северного ГОКа, наверное, на всем ГОКе. Вот. Мы полностью готовы к локализации и устранению аварии. Все специалисты нашего предприятия показали свой высокий класс, свою профессиональность. Там, конечно же, заслуга всего коллектива, во главе которого находится руководитель ваш, его команда, и главный инженер, и директора различных направлений. А самое главное, это непосредственно те люди, которые выполняют задачи на месте. Порядка 2 лет мы внедрили такую вот традицию, посвящаем работников, вновь принятых на работу, у которых это первое место работы. Они понимают как бы значимость этого комбината, что тут делают акцент и на производство, и в то же время на социальные вопросы. Во-вторых, передача опыта, то есть ветераны выступают, то есть они показывают, какой они вклад сделали, напутственно такое слово. Не останавливаться в своем творческом росте, быть настоящим профессионалом и гордо носить звание «Севгоковец».
Я считаю, что это достойное предприятие. Здесь политика хорошая для молодежи, для нашего развития. И я думаю, в дальнейшем, в будущем будем идти вперед и только поднимать его еще больше и больше, делать лучше. Первый день я видела, какие профессионалы работают, что еще мне многого нужно достичь, многому нужно научиться. Хочется какого-то развития. Дальше, выше, вперед и вперед. Работаю только год. Много чего узнал. Думал, что подготовленный, но на самом деле пришел туда, увидел много чего интересного, много того, чего я не знал, и поэтому очень сильно удивлен. Главное – любить свою работу и отдаваться работе, и в любой ситуации оставаться человеком, помогать, идти на помощь, и тогда люди будут отвечать взаимностью. Возьмите, я хорошая такая, всем Бог я обошла, от края и до края. Почему я вам не подхожу, ответа для себя не нахожу. А чтобы мы не обращались и не были дотянуты, как нет, вы на снарюзке запишите на землок, пока хоть в кадровой резерв. Пусть этот кусочек железной руды будет символом счастья и благополучия. Производство изучаю и работу постигаю. Я терпения наберусь, в этом я клянусь. Работу. Два вахтовых автомобиля, две скорой помощи и машина для газоспасателей. Мединвест, Северный горно-обогатительный комбинат, мы делаем все для того, чтобы наш человек работал с комфортом, с удовлетворением и шел на работу с гордо поднятой головой. В наше неспокойное время нашли время, силы для того, чтобы закупить новую технику. Новую не просто, что у нее на спидометре 0, а новая действительно новый уровень развития автомобилей. Это уже двухосный автомобиль повышенной проходимости, повышенной комфортности. Вот этот автомобиль имеет пассажирский салон на 5 посадочных мест, имеет грузовой отсек для перевозки аварийно-спасательного оснащения. Я считаю, что после приобретения этого автомобиля мы значительно повысим свою боевую готовность и улучшим качество наших выполняемых работ. Конечно, нас их переполняют положительные эмоции, так как это очень долгожданный автомобиль, и именно сейчас, благодаря и более качественному и полному выполнению инвестиционной программы, мы наконец-то это транспортное средство, мы его получили. Эти автомобили отличаются от предыдущих тем, что они полностью оборудованы, комфортные. В автомобилях имеется кондиционер, имеется печка и в салоне, и в кабине. Автомобиль рассчитан на перевозку пострадавших и до 5 человек персонала. Комфортабельный, уютный и для водителя, и для оказания помощи всем пострадавшим. Данная акция проходит в рамках проекта «Школа УЗ-комбинат». Мы в очередной раз проводим экскурсии в Музей трудовой славы для того, чтобы молодые ребята имели возможность посетить Музей трудовой славы Северного ГОКа, узнать историю, увидеть технологический процесс и в дальнейшем определиться со своей трудовой жизнью, выбрать себе профессию. Комбинат небайдужий до долі дітей. І нам теж, ми теж зацікавлені в тому, щоб наші діти залишались саме в нашому районі працювати, здобували і гімназії славу, і районну славу, і місто славу. Мої бабусі та дідусь, мама з татом працювали, працюють на цьому комбінаті. Зараз ми на порозі вибору нашої професії. Ці екскурсії потрібні для того, щоб пізнати історію свого рідного краю, де ти живеш, навчаєшся, будеш працювати.
я в захваті від того, що я побачила. Я відчула себе дитиною, тому що я жила на цьому мікрорайоні з самого моменту становлення і побачила перші будинки, там, де ті трубки, де ми ходили до школи, де не було ще ніяких насаджень, нічого такого, що ми зараз бачимо. І тому дуже приємні, теплі відчуття, до сльоз. Сегодня сажаем деревья. Это хорошая акция Мединвеста. Но я пришел со своим ребенком для того, чтобы приобщить его в будущем к добрым и хорошим делам. Сын помогает здорово, держит дерево, помогает мне воду носить. Да, Миш? На данный момент ребята работают на территории Дома милосердия Затышек, в котором проживает 52 человека престарелых людей, инвалидов и одиноких людей. Вот. Акция по озеленению, уборке территории, посадили кусты, наши подопечные принимали участие, поучаствовали, им это в радость, ну, вы же видели, люди довольные, вот бабушки наши сияющие, они такие мероприятия любят, когда им уделяют внимание, приходят. Я участвую для того, чтобы потом мои дети смотрели на меня и также помогали другим, как показывать пример для будущего поколения. С радостным, на радостное настроение для помощи, так сказать, пожилым людям, чтобы видели, что их никто не забывает, что о них заботятся, что им помогают, что им украшают. Ну, мы скопали вон клумбу сбоку здания, огромную клумбу. Это наши волонтеры, которые всегда в первую очередь бегут на помощь. Лично для меня это помощь людям, принести добро в их жизнь, увидеть их улыбки, радость. И смотря, как они улыбаются, это просто замечательно. Я готова это делать каждый день.